Так, вот сейчас я хочу вам показать, какие дома можно купить за 8 миллионов долларов. Вот это все, вот это стоит очень дорого. От 5 и выше. Это очень дорогой район. И здесь снимать нужно фильмы. В подобном жить. Ух ты! А здесь строят все. Потом будет через годик, ну тут уже такой же самый дом будет стоять. И красивее. Шикарно! Thank you.
вот здесь началась стройка дома. Теперь можно посмотреть, из каких частей дом состоит. Смотрите, это тоже как коробка. Класс. И через очень короткий срок он уже будет готов. Вот это здорово. Представляете, сколько эмоций той семье, которая ждет, что их дом готовится. Ой, как хочется тоже такие чувства пережить. Так, там еще дальше есть. А этот дом уже почти достроился. Видно, кирпичики такое. Ну, видно, еще светлое и свежее. Его еще должны полностью ремонтировать. И видно, что там никто не живет. И вот домик строится. Смотрите, совсем зеленый. Почему он зеленый? Класс! Это вообще только на первых стадиях. Вот так. А чтобы жить в таком доме, нужно быть каким-то врачом. Это 100%. Поэтому, если вы хотите жить в таком доме, приезжайте в США, учитесь на врача, на стоматолога или хирурга, и вам точно обеспечено такое жилье. Все, всем пока-пока!